привариваемая штука позволит блокировать проезд этой двери. Но главная особенность, которую я хочу с вами поделиться, это то, что наш славный удлинитель размотан. Это сделано для того, чтобы не создался эффект трансформатора. Потому что как-никак сварка есть сварка. А раз в году и палка стреляет. Вы со мной согласны? А еще бы я порекомендовал на сварку не смотреть открытыми глазами. Это вредно для глаз. Работу выполняет сварщик 6-го разряда вертикального шва. Вертикального шва. Газкомбинатская. Опытный человек, одним словом. Кстати, пока проводятся сварочные работы, могу сказать, что с помощью электрода при необходимости можно помешать сахар в чашке с кофе. Спасибо. Не забудьте поблагодарить за внимание. Да, и не забывайте комментировать и ставить лайки. Работа выполнена, осталось дождаться, пока оно высохнет, и собрать инструменты. Спасибо.